огромный, черный, грязный одесский кот Тихон. И Фелиция, москвичка, с белым носиком, белыми лапками, чистенькое, ароматное создание. Ее берут в Одессу на лето. Тихон, местный бабник, кот с остальными нервами. Даже присутствие чужого кота Аркадий его не волнует. Тихон влюблен в холодильник. Он нежно трется возле него. Он мяучит. Ну, давайте, давайте заглянем на минуточку. Мы ничего не будем оттуда брать. Мы просто откроем, заглянем, что там есть, и тут же закроем. Я забыл, что там. Мне кажется, я туда что-то положил. Кажется, сосиску. Да, точно, вспомнил. Я положил туда сосиску. Такую румяную, такую вкусную. Мы только откроем, глянем, там ли она, и ту же закроем. Ну, кто здесь хозяйка? Наталья Валерьевна, на одну минуточку. На... Кто там шипит? Кто? Фелиция, не обращайте на нее внимания. Фелиция с подоконника. Ну, мразь! Мразь, и вы верите ему, что он туда сосиску положил? Ненавижу, ненавижу эти одесситы, все предатели, ворюги, хитрюги. Вот мы, россияне, москвичи. Ну, правда, у нас снег, холодно, грязно, не очистишься. Но мы все чистые. Мы чистые, а это, вы посмотрите на него, зад в паутине. Где он таскался всю ночь? Где? Эти плешь между ногами протер. Пошел противный, уйди, уйди. Пошел вон противный мужик, уйди. Какая вонь от него, фу, 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 я сказала. Я же просила, кастрировать его. Я умоляла, я на коленях стояла. Отрежьте ему вот этого вот. Я это видеть не могу. Сосиску он туда положил. Не давать ему ничего. Я сама видела, он спит с собаками. Он жрет их кости. Нет, я не могу это видеть. Я не могу, я пошла. Я пошла на концерт, пошла. Я пошла на концерт, там прекрасный мюзикл «Кошки». Сейчас вспомню мелодию. Да. Из этого мерзавца только про солдат. Фу на вас, вы мне все противны. На концерт, на концерт.